эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2018 года, вторник, по одному из старинных, 17 день месяца Вьюг и Стужа, 7526 лета, пятница. Правда о животе. Это тема сегодняшнего нашего эфира. А раз о животе будем говорить, то с кем бы лучше эту тему обсудить? Я так предполагаю, что с нашим уважаемым любимым доктором Захаром Белинским Арирадом. Здравия тебе, Арирад. Здравия, народ. Рад слышать всех. Хорошо, рад тебя слышать в здравии. И вопрос такой. Ну, про живот мы как-то с тобой уже говорили. Я, конечно, понимаю, что слушатели добавляются и зрители прибавляются. Но что там такого в животе? Ну, живот он и живот. Ну, нажимаешь, у него бывает мягенький, нажимаешь, бывает тверденький. Иногда там какие-то газики, может быть, появляются в нем, еще что-то. Но как-то вот, что о нем говорить-то? Благодарю за предоставленную возможность поговорить о животе. Так, живот – это же самый наглядный показатель здоровья человека. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то на животе это обязательно будет видно. И о животе разговаривать можно долго, можно потратить столько времени, сколько его свободного будет. И действительно, мы ранее уже делали передачу о животе, достаточно подробно там рассказывали, что может происходить с животом и как при этом поступать. Но хотел рассказать кое-что новое о животе. То, о чем ранее не говорили, но в большей степени это касаемо диагностики по животу. Потому что что с животом делать, как его мять и так далее. В принципе, многие это знают, многие это видели. Часть наших слушателей понимает это интуитивно. Когда возникает какая-то боль, мы так или иначе, вольно или невольно, прикладываем руку к этому месту, пытаясь ее или согреть, или размять. Многие делают это неосознанно. То есть понятие о том, что нужно делать с животом, у многих из нас имеется. А вот как правильно определить, что происходит с животом именно, вот об этом, я думаю, стоит особо уделить часть какого-то эфира, рассказать об этом, что может быть, как можно к этому отнестись, как можно это интерпретировать. И, в принципе, это может нам помочь дальше правильно восстановить наше здоровье. Вот. Ну и, наверное, возможно, целесообразно, исходя вот из этого всего, что сказал, поговорить о животе снова. Вот. Как ты считаешь, Алексей? Я считаю раз, два, три, четыре, пять. Это так я считаю, да. А думаю о том, что давай-ка мы с тобой поговорим про живот, потому что все-таки животом раньше именовалось все, что связано с жизнью, и жизнь тоже наименовалась живот. И поэтому все, что у нас происходит в животе, это так или иначе связано с нашей нормальной жизнью. Ну вот в первую очередь, куда мы загружаем всю пищу? Ну, конечно же, она в живот попадает, и там дальше целый-целый цикл до того самого состояния, которое ты постоянно в каждом эфире упоминаешь. У нас уже зрители говорят, ну что он, кроме вот этого слова, там других уже слов не знает, что ли, как то, что там выходит, какого цвета, какого запаха и так далее. Поэтому надеюсь, что сегодня мы не будем упирать вот на то, что выходит, а будем говорить о том, что же там происходит в животе. Ну, прям мне так хочется, чтобы не упирать на то. В принципе, я даже не планировал, но поскольку ты затронул, я, конечно, расскажу. Вот. Очень важно, что в нас входит. Вот. И не менее важно для понимания нашего здоровья то, что из нас выходит. Ну, касаться специально этого не будем, мы об этом подробно уже разговаривали, но тем не менее. Хочу лишь сказать о важности внимательного, скажем так, изучения или имения представления о том, что из нас вышло. Вот. Потому что это первый признак, по которому мы можем понять, здоровы мы или нет, собственно говоря. Ну, то есть очень многие, конечно, брезгуют этим, фу, это там, плохо, мерзко там, и так далее, по-разному говорят. Но, тем не менее, для нас это важно, для нашего здоровья. Хотя более важно, наверное, все-таки то, что в нас входит. То, что из нас выходит, это уже вторично, вот, а то, что у нас входит, собственно говоря, и через рот, и через очи, и через уши, это и через там, голову, это, конечно, гораздо более важно. Вот. И все то, что у нас входит, отражается на нашем животе, на нашей жизни, так сказать. Ну, раз так,
Давай же тогда будем к лекции переходить, а потом уже перейдем к нашим с тобой общениям и, естественно, не забудем про чаты Народно-славянского радио, которые и у нас на сайте работают, и на канале нашем в Ютубе. Пожалуйста, приступай. Прежде о чем хотел сказать? Хотел поговорить о том, что бросается в глаза прежде всего. Прошу прощения, конечно, за тавтологию, там прежде-прежде, но тем не менее. Значит, это стенка живота, передняя стенка живота. Мы ее можем наблюдать передней проекции, мы ее можем наблюдать боковой проекцией. Что касается передней проекции, мы уже об этом ранее говорили, да и многие знают, но что там можно наблюдать? Ну, прежде всего, мы в передней проекции живота наблюдаем пупок, а мы в передней проекции живота можем наблюдать среднюю линию живота. Хоть это, в принципе, общеизвестная информация, но я повторю, вдруг кто-то не знает. Так вот, если пупок смещен, то, соответственно, есть смещение внутренних органов живота. Чаще всего это смещен кишечник, желудок. Вот. Причем кишечник как толстый, так и тонкий. Смещение пупка может быть как в вертикальной проекции, так и в горизонтальной. То есть пупок может быть смещен вверх-вниз, может быть смещен вправо-влево. И понимание того, находится ли пупок по центру, либо он смещен куда-то в сторону, дает нам достаточно четкое представление о том, что происходит с животом, потому что любое смещение пупка, любое смещение золотника — это есть показатель того, что живот уже работает неправильно. Так вот, как его определить? Ну, во-первых, для этого можно использовать нить. При помощи нити или веревки мы отмеряем расстояние от сосков до пупка. И с той стороны, где расстояние будет короче, соответственно, в ту сторону пупок и смещен. Это так мы определяем горизонтальное смещение пупка. Вертикальное смещение пупка мы определяем с движением кожной складки. Средненько ищем среднюю кожную складку, которая должна проходить через пупок. Так вот, она может проходить ниже пупка, либо она может проходить выше пупка. То есть здесь можно говорить о смещении пупка как вверх, так и вниз. Причем все привыкли говорить о том, что пупок смещается вниз. То есть все говорят об опущении живота. Ну, все, не все, но многие. О том, что живот может быть сорван. При этом пупок может смещаться и вверх. Как бы это парадоксально ни было, но смещение пупка может допускаться и вверх. Такое может происходить при дисфункции поджелудочной железы. То есть если есть какие-то проблемы с поджелудочной железой, то мы можем наблюдать подтягивание смещения пупка вверх. Помимо диагностики живота, допустим, по смещению пупка, по смещению центральной складки, можно наблюдать также живот в боковой проекции. Здесь мы будем наблюдать стенку живота сбоку. Так вот, в нормальном состоянии у здорового человека стенка живота, вот, брюшная стенка, она выглядит в виде линзы. Вот если сбоку смотреть на живот, это будет в виде линзы, то есть от мечевидного отростка к паховой части она там поднимается, а там, где пупок, она немножечко провисает, то есть такой дает контур линзы. Если контур живота такой, то можно говорить о здоровом животе. Вот. Ежели, когда мы смотрим на живот сбоку, то видим силуэт живота, похожий на древко лука, имеется в виду с такой галочкой посередине, в том месте, где располагается пупок. Так вот, если, то есть там получается сверху небольшая припухлость к пупку и за пупком тоже небольшая припухлость. Получается такое, как шишечка посередине с ямочкой там, где пупок. Вот такой вид будет говорить о панкреатите. То есть когда есть проблемы с поджелудочной железой, когда есть проблемы с тонким кишечником, то будет так называемый лук Купидона при просмотре на живот. Вот. При ожирении мы увидим, что живот при просмотре сбоку, он как бы выглядит таким холмиком. То есть это будет говорить об увеличении сальникового листа. Ну, в любом случае, это уже ожирение. Ежели мы, допустим, наблюдаем, что живот от мечевидного отростка до пупка он прямой, а ниже пупка и к паховой области наблюдается такая, как шишечка там уже, то это может говорить уже о проблемах низа живота. Это может быть растяжение, любые другие проблемы мочевого пузыря. Это может быть у женщины проблемы, связанные с маткой, то есть могут быть какие-то миомы и так далее. Если же, допустим, мы наблюдаем
например, в передней проекции смотрим и видим, что пупок как бы торчит вот так вот узелком и выпирает из живота, причем не просто, а вот таким вот прям как бы узлом выпирает, то здесь можно говорить о том, что возможно присутствуют какие-то злокачественные образования в области пупка, вот в области тонкого кишечника. Если же, допустим, присутствует какая-то патология брюшной аорты, а это очень важный участок в животе, очень важный, скажем так, орган живота, который находится немножко левее пупка. Так вот, в принципе, любые действия на животе проводить достаточно опасно, если есть какая-то патология брюшной части аорты. Чтобы понять, есть ли там проблема, нет проблемы, то для этого достаточно положить ладони на живот, скажем так, вдоль живота, не поперек, а вдоль живота. И если сидеть, как бы, ну, грубо условно говоря, левее от нашего пациента лицом к лицу, то есть смотря ему в лицо, то правой рукой мы как раз, правую ладонь мы как раз положим на область чуть-чуть для нас правее пупка, для самого пациента будет левее пупка. Так вот, если при поверхности, просто при том, что мы положим ладонь на пупок и не ощутим никакой пульсации, в принципе, это нормально. Если же мы немножко надавим и при давлении ощутим, что пульсация уходит, допустим, в сторону, ну, к примеру, для нас вправо, для пациента влево, то есть как бы охватывает большую часть, нежели просто под кистью, уходит как бы в бок, то это будет говорить о том, что, возможно, присутствует аневризм аорты, и в этом случае какие-то манипуляции на животе проводить очень опасно, потому что можно допустить разрыв аорты, и после этого обычно уже практически всегда неминуемая гибель человека. Вот. Если же при надавливании на живот ладошкой пульсацию мы ощущаем непосредственно только под самой ладошкой, то, в принципе, это здоровое состояние, которое будет говорить, ну, в принципе, о здоровой стенке аорты. Иногда мы можем наблюдать вздутие живота, такое вот как бы непонятное состояние живота. Если это связано с непроходимостью толстого кишечника, а повышенное вздутие живота, оно всегда, в принципе, связано с непроходимостью. Когда проходимость нормальная, то газы отходят, в принципе, моментально. То есть образовался газ, через какое-то короткое время он из тела выходит. Если же есть затруднения с отходом газов, и живот надувается, газы остаются внутри, то где-то есть непроходимость, ну или затрудненная проходимость кишечника. Так вот, если вздутие происходит в виде такой перевернутой подковы или образной подковы, то здесь можно говорить о непроходимости толстого кишечника, в области толстого кишечника. Вот. Если же кишечник сдувается как бы так ступенчато, такими полосами, то здесь можно говорить о непроходимости тонкого кишечника. Вот. Ну, в общем, это, наверное, то новое, о чем я не говорил в прошлой передаче, вот так достаточно бегло об этом рассказал. Если будут какие-то еще пожелания дополнительно на этом остановиться, я, конечно, остановлюсь, еще расскажу. Вот. А сейчас можно бы рассказать, ну не то, что рассказать, а поделиться своим опытом, поделиться своими впечатлениями о том, вообще, насколько полезно заниматься массажем живота, насколько полезно заниматься правкой живота. И опираясь на свой собственный опыт, я хотел бы сказать, что практически при любых заболеваниях у человека массаж живота будет крайне полезен, уместен и эффективен. С какими бы проблемами ни обращались пациенты, будь то проблемы, ну, непосредственно самого живота, будь то какие-то проблемы с головой, то есть головная боль, там, болезненность, пульсации и так далее. Будь то проблемы опорно-двигательного аппарата, какие-то боли в спине, боли в суставах, плечевых, коленных, то все эти проблемы, как бы то странно ни звучало, они решаются при помощи массажа живота. И сколько раз уже приходилось удивляться пациентам, приходилось удивляться коллегам, когда было возможно решить проблему больной спины, причем которая болела уже систематически достаточно долгое время, в принципе, не прикасаясь к самой спине, то есть не прикасаясь к позвоночнику. Хотя человек приходил непосредственно с жалобами на позвоночник, приходит и говорит: вот у меня спина болит уже долгое время, периодически обращаюсь, там
поработают с моей спиной, помассируют, вроде бы проходит. Потом через какое-то время опять начинается, и каждым разом болезнь все более и более явно выражена. Вот. И здесь начинаем заниматься животом, начинаем заниматься кишечником, почками, желудком, поджелудочной, в зависимости от того, какой отдел позвоночника выражен болезненностью. И болезненность спины уходит. Причем показать человеку, чтобы он наглядно понял, что же мы все-таки делаем, потому что со стороны у непосвященного человека это может вызвать некоторое недоумение. Вроде бы он пришел с жалобой на болезнь в спине, а ему начинает мять живот, массировать живот. Непонятно, собственно говоря, зачем, хотя он жалуется на спину. И массируя живот, находим ту область живота, которая отдает болезненность непосредственно вот в самое болезненное место спины, там, где она у него и проблемна. И снимая напряжение с этой области живота, разминая, массируя его, одновременно снимается болезненность и со спины. И потом, когда человек уже встает с массажного стола, занимает вертикальное положение, он практически всегда отмечает, даже после первого сеанса, значительное снижение болезненности. Вот. Ну и в последующем необходимо только лишь убрать какие-то остаточные явления, которые этой болезненности присущи. Но тут же я не хочу сказать, что вот прям так надавили на живот, вся болезненность сразу же уходит. Нет, это все, конечно, очень индивидуально, и разминая живот, находя эту болезненность, которая иррадирует в триггерную зону спины, нужно понимать цепочку последствий, которая привела к болезненности этой зоны живота. То есть что это может быть? Рассматриваем уже по движению, начиная от печени, печень, желчный пузырь, там желудок, двенадцатиперстная кишка, кишечник, тонкие, толстые почки и так далее. То есть уже вот по вот этой взаимосвязи, на какой стадии. И здесь иногда целесообразно сразу же, допустим, постараться снизить боль, которая человека мучает, и значительно снизив ее, уже разбираться с причиной возникновения этой боли, убирать уже оттуда основную, к примеру, там, либо спазм двенадцатиперстной кишки, либо там, проблемная работа желудка, либо там, какая-то дисфункция печени, а чаще всего все это случается все вместе. Точно так же, допустим, бывает так, люди обращаются с жалобами на плечевые суставы. Например, там болит правый плечевой сустав, болит левый плечевой сустав, либо же болят на спине области под лопатками, там, между лопатками. И мышление человека в современный период устроено так, что если спина болит, то, соответственно, и проблемы в этой спине, и решать нужно что-то со спиной. И вот на данный момент, к сожалению, конечно, ну, может, к моему сожалению, не ко всякому, но многие массажисты считают, что действительно, если спина болит, нужно, значит, лечить спину, нужно править опорно-двигательный аппарат, что-то с ним делать. И многие, конечно, добиваются успеха. Они снимают болезнь, человек думает, что, в принципе, все прошло. Но если не решить проблему с животом, то через какое-то время болезненность снова возвращается, и человек ощущает те же симптомы, которые были ранее. И именно этим объясняется, скажем так, хождение по мукам пациентов с больной спиной. Когда они из года в год систематически, они уже считают, что это нормально. Периодически раз в год или два раза в год обращаться за помощью к массажистам, чтобы им помяли спину, чтобы у них все прошло. Некоторые, конечно, обращаются и чаще. Вот. А проблему можно решить в животе, и впоследствии уже не придется систематически бегать, дополнительно делать массаж спины. Так вот, касаемо плечевых суставов, которые могут выражаться болезненностью, то здесь необходимо обратить внимание на печень, необходимо обратить внимание на сердце. Дело в том, что болезненность в правом плече может быть вызвана увеличением объема печени. Вот. И увеличение объема печени, ну, растягивает капсулу печени. Увеличение объема печени происходит вследствие ее повышенного кровенаполнения. То есть нарушается венозный отток из печени, печень наполняется кровью, вследствие того, что старая кровь плохо из нее оттекает, она увеличивается в размерах, растягивает капсулу печени. Но здесь обычно всегда бывает еще воспалительный процесс, помимо всего прочего. Вот, который может сопровождаться болевыми ощущениями в правом подреберье либо в правом верхнем квадрате живота.
Вот, и при этом болит плечо. И вот многие ходят, лечат это плечо, лечат там с успехом, с неуспехом, куда угодно обращаются, и там уж какие только техники дается эту болезнь с плеча убрать, боль возвращается. Вот. А причина – это печень. Левое же плечо – это сердце. Левое плечо – это сердце и какие-то там сердечные проблемы. То же самое касается и боли в спине под лопаткой, между лопатками, допустим, это под левой, под правой лопаткой, между лопаткой. Опять же, правая лопатка – это область печени, левая лопатка – это область сердца. Я имею в виду подлопаточное и межлопаточное пространство, потому что сама, допустим, поверхность лопатки правой – это уже область дыхательной системы. Вот. И здесь тоже, как бы это странно ни было, но разминая печень, разминая область печени, всегда можно найти зону, которая будет радировать при нажатии, на которую будет радировать именно в болевой участок. И пациенту с удивлением тебе рассказывают, ты вот надавил, а мне отдает как раз туда, в спину, вот между лопатками, где у меня всегда болит. И разминая вот эту область печени, приводя ее в порядок, снимая напряжение, восстанавливая кровоток, уходит эта болезнь. И обращение пациента с жалобой на какую-то болезненность в спине может служить для человека, который занимается оздоровлением, сигналом, диагностическим сигналом к тому, где на самом деле существует проблема. Точно так же, к примеру, рассматривая проблемные коленные суставы, да, проблемные суставы ног. Когда у пациента возникает болезненность, они приходят с жалобой вот на коленные суставы. Здесь, опять же, решая проблему с животом, мы убираем проблему этого коленного сустава. В принципе, к самому коленному суставу можно не притрагиваться, болезненность из него уйдет. Но, тем не менее, для более скорейшего, конечно, выздоровления от этого недуга, можно применить еще коррекцию положения костей таза, потому что прежде чем, хоть мы и чувствуем болезненность в коленях, но как бы там перед тем, как заболели у нас колени, у нас произошло смещение положения костей таза, и только после такого смещения мы начали чувствовать болезненные ощущения в коленях. Вот, в свою очередь, смещение положения костей таза происходит из-за смещения положения, часто это бывает, почек. Причем чаще всего и, скорее всего, у человека сначала смещается правая почка. Смещается правая почка, потому что в силу своего анатомического, каких-то анатомических характеристик, она имеет сосуд, который ее кровоснабжает, длиннее, нежели левая, и поэтому с этим сосудом могут происходить чаще какие-то проблемы, он может чаще там забиваться, нарушаться кровоснабжение почки, вследствие чего она может смещаться там, и так далее. Плюс, если у человека возникают какие-то проблемы с печенью, в современном обществе, конечно, у многих людей есть проблемы с печенью, и вследствие из-за стрессов, из-за неправильного питания, из-за других разных причин. И когда печень воспаляется, когда печень начинает увеличиваться в размерах, она вольно или невольно, но может выталкивать, смещать из себя правую почку, которая имеет на поверхности печени свое топографическое ложе. Когда печень увеличивается в размерах, она выталкивает оттуда почку, почка выходит из своего ложа, смещается, соответственно, кости таза, для того, чтобы сохранить почки на одном уровне, а сохранение почек на одном уровне очень важно для того, чтобы динамика оттока мочи была одинаковая. Это для чего? Чтобы лоханки обоих почек наполнялись равномерно. Потому что если лоханка одной почки будет наполняться больше, другой меньше, а такое случается, когда почки находятся на разной высоте, то одна из почек будет перегружена, и ее скорее в скором времени может быть какая-либо дисфункция или патология. Так вот, для того, чтобы сохранить почки на одном уровне, тем самым поддержать уродинамику или динамику мочи в паритете, то одна из костей таза, вернее мышцы наши, скелетные мышцы, они немножко искривляют кости таза, поднимают одну сторону. И за счет смещения вверх кости таза происходит смещение всего вот этого органного пространства, и почка немного поднимается. Так вот, вследствие смещения кости таза вверх происходит визуальное, как бы так, такой эффект, что одна нога короче другой.
Вот. И из-за этого происходит более сильная нагрузка на коленный сустав более короткой ноги. И поэтому он начинает болеть. Но человек вот не знает всех этих причин, обычный человек, скажем так, что может происходить. Он ощущает только болезненность коленя и озвучивает конечный симптом. У меня болит колено. Через какое-то время, после того, как чаще заболевает первое правое, вот колено поболело, но потом, когда болезненность колена может достичь уже такого травмоопасного состояния, организм опять же снова автоматически переносит весь тело на другое колено, тоже изменяя положение тазовых костей, переносит весь тело на другое, чтобы избежать, повторюсь, травмы правого колена, переносит весь тело на левое. Большую часть веса тела. Левое трудится, потом начинает болеть и оно. И в конце концов у человека болят оба колена. Чаще это бывает уже люди в пожилом, преклонном возрасте. И вот жалуются, говорят, вот коленки мои болят. Хотя причина того, что коленки болят, на самом деле находится в животе. Такая вот ситуация. То же самое касается и стоп. Примерно такая же ситуация. Вот. И в том числе и положение позвоночника, так называемые сколиозы и тому подобное. Искривление позвоночника происходит вследствие смещения положения внутренних органов. И позвоночник просто-напросто подстраивается под положение внутреннего органа, поскольку при его смещении нагрузка на определенные участки позвоночника усиливается, то он занимает как бы такое сопротивляющееся положение для того, чтобы легче переносить увеличивающуюся нагрузку. Потому что нагрузка при здоровом органном аппарате составляет 400 кг на позвоночник. Если же какой-то из органов смещается, то эта нагрузка увеличивается. Соответственно, наш позвоночник начинает приспосабливаться, то есть изгибаться. Вот. Ну и вследствие этого изгиба нарушается его нормальное питание и тому подобное. И мы имеем все эти проблемы. Поэтому основные причины кроются в животе. Также здесь можно сказать о таких неспецифических причинах, но тем не менее, которые тоже связаны с животом. Вот, к примеру, сердечные боли, да? Сердце болит. А тут, казалось бы, при чем живот? Но, тем не менее, причиной многих сердечных болей является печень. И повышенная кровенаполненность крови печени, она может быть причиной многих проблем, и тахикардии, и неправильная работа клапанного аппарата и тому подобного. Так вот, в принципе, можно это определить, достаточно как-то пропальпировать свое правое подреберье, то есть взять пальчики и немножко попробовать запустить подреберную дугу. Если запустив подреберную дугу, уперевшись во что-то плотное, то есть печень, она должна быть такой достаточно мягкой консистенции, здоровая. Если мы почувствуем там достаточно ощутимую пульсацию, то это можно, конечно, вот как раз-таки и говорить о сердечных проблемах, которые вызваны именно печенью. Алексей, может быть, есть какие-то вопросы, дополнения по поводу сказанного? Нет, ты все верно рассказываешь, и мне интересно тебя послушать, потому что тут я так анализирую, как говорится, в ближайшем окружении тех людей, кого я вижу, и так наблюдаю за ними. У кого-то хромота наблюдается, нога отекшая, например, внизу, но при этом видно, что животик явно переполнен чем-то, то есть свисающий животик такой. Вот. И женщина никак не может избавиться. Вот у нее там в голени что-то такое происходит, и врачи уже плюнули на это все дело. И она сама медик. Вот, и много раз говорил, давай-ка для начала уберем животик, диеточку правильную сделаем, так, чтобы кушать в меру, чтобы в коня корм был и правильный, и подходящий. Вот животик промнем. Ну, заодно посмотрим, может, там где-то есть смещение позвонков, может быть, там как-то подправить их надо. Ну, медики, они такие, ребята упертые. Они говорят, нет-нет, мне в больнице все там уже сказали, ничего исправить нельзя. Все. И так вот дальше ходит, хромает уже несколько лет. Такой достаточно интересный и при этом классический случай. Очень многие возрастные женщины приходят к такому неутешительному итогу. А, собственно говоря, здесь ничего такого удивительного нет. Все достаточно просто. Вот этот отек, который возникает у ноги, это следствие нарушения оттока венозной крови из вот этой конкретной нижней конечности. И вследствие... А там существует обычно преграда, то есть в виде нижних отделов. Обычно это толстый кишечник, нижние отделы толстого кишечника отекают,
чаще это бывает в районе, ну, в принципе, как слепая, так и сигмовидная кишка могут отекать немножко при опускации и поддавливать подвздошные вены, которые там проходят, вследствие этого затрудняя отток, не преграждая, не прекращая его, а затрудняя, то есть отток уже происходит медленнее. Вследствие замедленного оттока поднимается давление в самом венозном сосуде, он становится чуть-чуть больше. Вот. И из-за того, что давление в венозном сосуде повышается, то происходит такой эффект выпотевания. Вот через стенку сосуда, можно сравнить, вот как с резиновым шлангом, через него выпотевает вода, которая по нему бежит под давлением, точно так же и с венозного сосуда начинает выпотевать плазма крови. И под действием силы тяжести она, конечно, опускается в самый низ конечности, вот туда, в область голени, и голень отекает. Вот. И, казалось бы, отекает голень, а причина этого – это вот неудовлетворительное состояние тонкого кишечника. Если Алексей говорит, что там есть какой-то бугорок, вот, то здесь можно говорить либо об асците, либо о смещении, о смещении кишечника. То есть асцит – это скопление жидкости в брюшной полости, а происходит асцит всегда из-за, опять же, нарушения тока крови, венозной крови в печень. Там происходит выпотевание плазмы крови через нижнюю полую вену. И вот эта вот плазма, она накапливается в виде жидкости в брюшной полости, и получается асцит. Опять же, для того, чтобы убирать асцит на животик, нужно улучшать функции печени. Улучшать функции печени и давать человеку мочегонный для того, чтобы эта жидкость выходила из организма. Если же такой вот бугорок внизу живота, он вызван все-таки смещением кишечника, вот, либо какими-то еще сюрпризами в женской мочеполовой системе, то здесь уже нужно заниматься либо кишечником, либо мочеполовой системой. Кишечником заниматься – это непосредственно разминать, делать нижнее отделы тонкого кишечника безболезненными, и после этого уже ставить, смещать их в правильное положение и закреплять. Вот. Собственно говоря, смещение, постановка органов на место – это, наверное, основной прием, основной процесс, который производится вот при правке живота, потому что убрать болезненные участки – это одно, разбить склянь – это тоже так, достаточно важное место, но вот поставить на место и вернуть функциональность органам – это самое значительное, самое важное. И постановка живота на место возможна только тогда, когда живот мягкий, безболезненный. То есть если живот при воздействии на него болит, то что-либо поставить на место у вас будет очень проблематично. Скорее всего, вы этого не добьетесь, а если вам будет казаться, что вы это выполнили, вы это поставили, то, по всей видимости, вы не добились успеха, а, скорее всего, просто думаете об этом. Приходилось в своей практике видеть такие случаи, когда приходит человек с таким достаточно дисфункциональным животом, он у него и обрюзший, и свисает, там, и так далее. Живот, в общем, проблемный. И человек тебе говорит, в принципе, у меня все нормально. То есть он имеет в виду ощущение. Так вот я нормально чувствую, но вот не сплю, и тут у меня живот постоянно болит, и там то что-то болит в животе, и тут вот колет и плечо, и вообще согнутый весь тут пополам. Так, в принципе, у меня все нормально. Я тут недавно ходил там, вправили живот. Часто вот с таким приходится сталкиваться. Когда начинаешь интересоваться, что же тебе делали, в пупок что-то вставили, покрутили и сказали, что все, теперь у меня все в порядке. И начинаешь смотреть там, при помощи той же самой веревочки или там, болезненных каких-то ощущений, прощупывая живот, понимаешь, что живот, он никуда, собственно говоря, не ушел и не изменился. Он, в принципе, как был смещен, так и есть. А это может как раз-таки происходить из-за вот того, о чем я сказал, что если пытаются ставить на место болезненный живот, то даже если, например, ситуативно, пока человек находится в горизонтальном положении, вроде бы там живот и стал на место, то через какое-то время живот опять возвращается в такое неправильное положение, когда человек поднимается, принимает вертикальное положение. Поэтому прежде чем его править, нужно его размять. И когда мы физически руками, то есть сдвинули орган на то место, где он должен находиться, промерили, чтобы все расстояния соответствовали, касаемо того же самого золотника, то тут первоначально его нужно обязательно закреплять. То есть обтягивать поясом, эластичным бинтом, тряпицей, простынёй, там, чем угодно, фиксировать там, на 6-8 часов. Во время сна, во время того, как человек занимает горизонтальное положение, фиксировать живот не нужно. А вот просыпаясь опять на следующий день, снова можно зафиксировать, причем
фиксация не должна быть жесткой, она должна быть такой, чтобы дыхание животом было осуществлялось свободно. Если же вот эта вот повязка мешает свободному дыханию в животе, то это, соответственно, будет мешать кровоснабжению, и поэтому ничего, в принципе, полезного из такого перетягивания вы не получите. Вот. Ну, вот это что касается того случая, о котором ты сказал, Алексей. Вот. Ну, в процессе эфира, наверное, можно поговорить еще о каких-то интересных случаях, на их примере, чтобы людям было более понятно объяснить какие-то ситуации с животом. Я вот так вижу, что недостаточно здесь просто размять живот и что-то поставить, потому что здесь явно видно нарушение чего-то внутри. И вот здесь не обязательно именно жидкость, про которую ты говоришь, потому что равномерное вот это вот, равномерный такой живот, знаешь, как глобус такой, вот ножки, потом раз, расширение идет от таза такое женское, да, потом раз, и к груди плавно переходит, и потом уже через шею к голове. Вот, поэтому вот здесь, наверное, необходимо все-таки понять, что в животе слишком много чего-то накопилось. Это, как правило, может быть какие-то жировые отложения, которые совсем не на месте. А раз эти жировые отложения в большом количестве, а, судя по всему, в молодости женщина была стройная, потому что рост не очень высокий, и ширина, она уже, ну, как-то, как в шутке, так, метр на метр, где будем делать талию, да? Вот из этой же серии. То есть здесь стоит вопрос о том, что надо сначала что-то убавить отсюда, убрать, потому что одно притягивает другого. Если слишком много жира, то этот жир на что-то давит. Если он на что-то давит, значит, чему-то он мешает проходить. Если чему-то он мешает проходить, значит, там происходят какие-то скопления. И я имею в виду не только кровь, там может, например, останавливаться, притормаживаться, застои, дальше тромбы могут образовываться, но я еще имею в виду и то, что естественным образом должно из человека выходить. То есть там могут образовываться какие-то камни определенного значения. Там в этих камнях могут жить определенные существа, которые нам совсем не товарищи, и так далее, и тому подобное. То есть здесь все-таки помимо обдавки живота и поиска проблемы, я чувствую, проблема там весь живот. Вот есть такие люди, куда вот на любую точку живота нажми, он ой, ой, только кричит, так, больно, больно, потому что животик такой плотненький, все хорошо. Вот куда ни нажми, везде больно. Так вот, здесь я думаю, что надо комплексно подходить. И мочегонное, наверное, надо сделать. И все-таки диеточку надо такую, стол номер 5, то, что называется, где убрать все, что связано с жирами, особенно синтетическими, которые сейчас в огромном количестве вот в супермаркетах нам предлагают вообще вот любой, на любой вкус, от конфеток до там сгущенки и что там еще у нас есть эти, как они называют-то, майонезы и прочее. Вот, это в большом количестве. Поэтому люди уже привыкли к этому вкусу, они не понимают, что делают. И уже когда большое объем вот этих вот дарований в животе, то лишние даже полкило они не замечают, что прибавляются. И как-то просто, когда человек уже хочет куда-то выйти, вдруг замечает, что штанишки почему-то стали малы, наверное, усохли, или платье почему-то не одевается. Вот. Или вдруг, приезжая на дачу, чувствует, что те ретузы, которые когда-то были безразмерные, они уже стали меньшего размера, чем вмещают этого человека. То есть здесь надо, мне кажется, комплексно подходить. Сбрасывать вес, продавливать, пить много воды, может быть, проводить какие-то дополнительные содовые промывки, клизмы вполне возможно это проводить. То есть здесь надо говорить о комплексном направлении исправления ситуации, потому что вот это все, что давит, оно пережимает не только вены, которые вот там, как ты правильно сказал, потом на ноги дают и на таз различные проблемы и на колени, но и на внутренние органы, вплоть до женских органов, там опускания, пережимания, какие-то проблемы постоянно возникают, плюс на почки там могут давиться, ну и так далее и тому подобное. Безусловно, безусловно. Благодарю за такую подсказку, такую помощь. И вот в плане еще дополнительной работы с диагностикой живота можно отметить наличие на животе каких-либо сосудистых рисунков. Это тоже хорошее подспорье для работы с животом. И, в принципе, по сосудистому рисунку можно, взглянув на живот и наблюдая какие-то венозные, ну, там вот, испещрения по животу, можно сказать о том, где вот в животе могут быть проблемы. Во-первых, для того, чтобы лучше видеть венозный рисунок на животе, если он так не особо различим, можно использовать красный свет. То есть если посветить на живот красным светом, то вены будут видны на нем гораздо лучше. И мы сможем определять какие-то ситуации, о которых я скажу дальше. Так вот, в тех местах, где особо хорошо виднеются вены на животе, в тех местах мы
имеем уплотненную ткань. Ткань уплотняется, там в нижних слоях, поскольку они плотные, нарушается венозное кровоснабжение, и у организма возникает необходимость создания обводных венозных сосудов, коллатералей, и он их прокладывает в более мягких тканях, то есть ближе к поверхности. И вот именно эти венозные сосуды мы можем наблюдать, мы их можем видеть и безошибочно определять, что вот там, где есть, допустим, отчетливо видные вены на животе, вот в этой проекции там ниже есть проблема, есть уплотнение, есть нарушение венозного кровоснабжения, есть нарушение движения лимфы. Вот. Бывает еще, помимо этого, так называемое явление голова медузы или там голова горгоны. Это происходит чаще обычно в области печени. И если такое явление происходит, это говорит о том, что в области печени присутствует такое явление, как портальная гипертензия, то есть пропускная способность печени по отношению к венозной крови значительно снизилась. Печень очень плохо пропускает венозную кровь, и организм, это чаще всего бывает такое явление у алкоголиков, организм вынужден выстраивать кровоснабжение в обход печени. Печень в таких случаях бывает и не фильтрует кровь, не выполняет свою функцию, венозная кровь идет в обход нее. И вот для того, чтобы венозная кровь пошла в обход печени, то над поверхностью печени, там уже выше, в мягких тканях, опять же, снова прокладываются эти вот венозные сосуды. Чаще они бывают как один центр, и от него отходят различные вот вены в разные стороны, наподобие как медузы горгоны, как от нее от головы вот эти вот змеи отлетали. Ну, то есть венозный рисунок на поверхности живота — это еще один дополнительный фактор для того, чтобы обращать на эти участки внимание. Вот. И недавно для улучшения понимания состояния пациента я стал использовать тепловизионную камеру. И тоже настолько очень удобная, интересная вещь. Просматривая живот, можно наблюдать холодные участки живота, можно наблюдать перегретые участки живота. Так вот, там, где участки живота холодные, там, естественно, соответственно, кровоснабжение недостаточно, то есть там идут какие-то спазмы сосудов, и туда кровь не приходит. И на тепловизоре такие участки обозначаются им синеватым, зеленоватым, очень там реже каким-то бледно-желтым цветом. И ежели, допустим, тепловизор показывает на животе какие-то огненные, прям очень-очень горячие участки, которые являются более горячими, чем другие участки, то это может говорить об местах застоя, то есть местах усиленного притока крови, то есть о тех местах, куда кровь усиленно притекает, но слабо оттекает, там застаивается. Это тоже проблемные области, они обозначены таким наиболее ярким, таким даже близким к белёсому цвету. Вот. И смотря на живот в тепловизор, вообще смотря на человека в тепловизор, очень легко определять нарушение кровоснабжения, по крайней мере, вот этого периферического поверхностного. И по нарушению периферического кровоснабжения можно судить в целом о состоянии организма человека. Вот, очень много интересных наблюдений за последнее время я сделал. Ну, во-первых, всегда в том месте, где у человека есть проблема, то ли это, допустим, там нижние отделы толстого кишечника, то ли это почки. И вот наблюдая эти области в тепловизорах, наблюдаешь какие-то вот там проблемы. То есть либо слишком горячо, но в большей степени, конечно, там холодно. То есть либо синеватые, либо зеленоватые такие оттенки. Это очень интересно. И, кстати, подметил такую особенность, это, конечно, не очень касается живота, но касается тепловизора, что люди, имеющие нарушение мозгового кровоснабжения, я просто почему об этом хочу сказать, я ни у кого об этом не читал и ни от кого об этом не слышал. И как там сам обнаружил. Может быть, конечно, кто-то об этом и писал, говорил, но до меня это не дошло. Но, тем не менее, рассматривая лицо человека в тепловизоре и наблюдая его, допустим, равномерный окрас, это говорит о здоровом кровоснабжении головы. Но среди пациентов, пациенты, в принципе, здоровые люди так просто не приходят, в основном все чем-то каким-то недугом страдают. Так вот, у многих из них при тепловизионном снимке головы отчетливо виден холодный нос, синий нос. Но если все остальное лицо окрашено, допустим, там, розовым цветом, красноватым цветом, то нос такой зеленовато-синий, а чаще у некоторых вообще очень синий-синий. И осматривая человека, приходишь к тому, что очень уплотненная шея, то есть кровоснабжение головы затруднено, а внутреннее пространство носа,
вот испещрено капиллярными сосудами. И вот эти капиллярные сосуды, они имеют непосредственно прямую связь с капиллярными сосудами головного мозга. И если головной мозг плохо кровоснабжается, то обязательно на тепловизоре мы можем наблюдать вот такой вот синий нос у человека. Вроде бы так смотришь на человека, нормальный человек, тепловизор смотришь, синий нос, значит, все понятно. С мозговым кровоснабжением уже есть какие-то проблемы. Можно это делать не только при помощи тепловизора, можно делать это, в принципе, при помощи обыкновенного термометра. Померил температуру кожных покровов носа, внутренней поверхности носа, и если она отличается от температуры кожных покровов, допустим, рядом располагающихся щек, то нам есть искомый результат. Что скажешь? Я скажу, что сизый нос мозги давно пропил, поэтому у него уже мозги не работают, поэтому температура носа не та. В общем, к новой присказке «дурак, ты уж тебе холодный» добавляется алкаш, у тебя еще и нос холодный, да? Кстати, вот-вот-вот, точно-точно, я вот почему-то упустил из внимания, уши тоже холодные. Уши тоже холодные, уши тоже синие. И снимаешь, когда в боковой проекции, действительно, ухо тоже синее. Видишь, насколько мудрые предки наши, да, вот сформировали такие умные пословицы. Вот, и нам теперь остается только их разгадывать. Прям я в шоке, мне страшно становится с тобой общаться. Просто страшно. Ты такие вещи рассказываешь. То про горгону-медузу, то еще чем-нибудь там вылазит, то где-нибудь там что-то нарисовалось. Как жить вообще после этого? У нас здесь много вопросов уже. Давай, закончи фразу, и потом, наверное, как-то уже надо переходить. Или у тебя еще что-то такое заготовлено? Да нет, я думаю, что интереснее получится живая беседа, отвечая на насущные какие-то вопросы наших слушателей. А хотел бы сказать что действительно, когда испытываешь глубокую привязанность к тому роду деятельности, которым занимаешься, и, скажем так, жажду новой информации, получения чего-то нового и испробования это на практике, иногда получается такой момент, как профессиональный кретинизм. То есть ты встречаешься с человеком, видишь кого-то человека, допустим, впервые или не впервые, ну просто смотришь на человека, и иногда так бывает, не часто, но иногда, что начинаешь его уже рассматривать как объект. Ага, смотришь, там, что у него на лице, какие у него кисти, какая у него шея, какое у него положение. И иногда люди это замечают. И им, конечно, становится не очень комфортно, а ты начинаешь так их пристально изучать и попадаешь в такое положение. И когда замечаешь за собой это, тоже понимаешь, что что-то где-то тебя уже начинает перегибать, и уже в это уходишь в такую другую плоскость. Это тоже не очень хорошо. Фанатизм – это тоже не самое лучшее проявление. Я так представляю, встречаешь человека, так смотришь внимательно на него, смотришь, разговор идет, например, там, про птичек, про любовь, и так смотришь и говоришь: «Так, ну-ка, дружище, давай, снимай штаны, я тебе сейчас пупок на задницу натяну. Что-то у тебя там в печени неправильно». А ты знаешь, вот на самом деле бывают такие… Вот у меня есть один приятель, мы с ним… К сожалению, долгое время уже не общались, как-то так, к сожалению, получилось. Но, тем не менее, он имеет такую привычку. Встретился с кем-то, раз что-то увидел у этого человека, и говорит: «А ну-ка, стойка, и давай тебе руку в живот запускать». И говорит: «Сейчас, сейчас я тебе что-то помогу, что-то подправлю, там, в печень, там, под ребра залезет, туда-туда». И человек уже думает: «Елки-палки, зачем же я тут встретился?» И старается быстрее оттуда, конечно, убежать. Страшно с вами, врачами, общаться. Ох, страшно. Так придешь к вам здоровый, нормальный человек, уходишь и чувствуешь, что все, жизнь вся теперь на аптеку будет. Ты знаешь, вот с делами вроде бы, вот я планирую так скоро подраскидаться, так что берегись. В гости приеду, берегись, Алексей. Да, ты обещаешь уже второй год. Тебя не дождешься. Ну ладно, переходим к музыкальной нашей отбивке, и после этого уже начнем рассматривать вопросы и реплики, которые появляются в чате Народнославянского радио на сайте slavradio.org и в чате нашего канала Ютуба youtube.com/slavradio. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.